Здравствуйте, меня зовут Игорь Ким. Занимаюсь увлечением моим спорт, работа. Но спортом занимаюсь тяжелой атлетикой с 15 лет. Начал и продолжаю в том же духе. Увлечения у меня бывают разные. Занимаюсь также и танцами. Главное в мужчине это ответственность не только за себя, за своих близких, за семью, за родных. На конкурс я пришел по совету друзей. Мне очень понравился именно, что будет происходить в первый раз в городе Кушва. Такой конкурс, и для меня это очень важно. Ну, просто я хочу участвовать в нем. Приходите болеть за меня и за остальных участников конкурса. Спасибо.